17 сентября в Москве прошла очередная акция оппозиции. Шествие по Бульварному кольцу и митинг на проспекте Сахарова. По данным полиции, мероприятие, заявленное как «Марш миллионов», собрало около 14 тысяч человек. Мы выходим, они не обращают внимания. А кто сказал, что будет легко? Либералы предвидели низкую явку и сделали все возможное, чтобы создать хотя бы видимость массовости. Подтянули всех, кого смогли. Представителей профсоюзов, коммунистов и даже националистов. Изменилась и риторика выступающих. Либеральные лозунги заменили на социальные, понятные простому народу. У нас есть тема КЖКХ, у нас есть тема рабочего движения, профсоюзного движения. Мы собрали несколько наказов, я их сегодня зачитаю со сцены. И все же 14 тысяч – это в несколько раз меньше, чем было на митингах в начале года. Даже оппозиционные СМИ назвали эту акцию провальной. Организаторам пришлось убеждать публику в том, что некий прогресс все-таки есть. Никто не верил, что левые, либералы, националисты смогут быть вместе и договориться по политическим требованиям, а особенно сложно по социально-экономическим. Хочу вам сообщить, мы договорились. Лидеры протеста дошли до того, что стали давить на жалость и уговаривать людей ходить на их собрания. Мы ходим на работу, чтобы обеспечивать наши семьи. И мы должны ходить на митинги для того, чтобы обеспечить свободу себе и своим детям. Для того, чтобы обеспечить себе человеческое достоинство. Будем ходить как на работу. Оживить действие и создать хоть какую-то интригу должен был Сергей Удальцов. Несмотря на пасмурную погоду, лидер Левого фронта был в непроницаемых темных очках. Объяснив, что очки – черная метка власти, Удальцов призвал собравшихся не расходиться, майданить до победного конца. В итоге я вас спрашиваю, мы стоим здесь сегодня? Мы стоим на этой площади? Мы не уходим? Впрочем, к концу митинга на проспекте Сахарова остались лишь сам Удальцов и несколько десятков его активистов. Уходи, Удальцов, давай! Не провоцируй ОМОН! Расходитесь! Время! Удальцов хотел спровоцировать полицию на ответные действия и в итоге этого добился. Лидера Левого фронта задержали и в тот же день выпустили. Помайданить не получилось. Объединение с националистами, призывы к силовой конфронтации с властями и попытки повысить градус протеста могут вызывать иронию. Однако в действительности все гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. И у нас есть тому доказательства. Зачем оппозиция ездит в Европу и Грузию? Кто курирует российский протест и кто в действительности им руководит? Кто дает деньги? Сколько и за что? Уникальные записи тайных переговоров Удальцова с грузинскими конструкторами цветных революций сегодня в нашей программе. Минувшим летом Сергей Удальцов посетил несколько крупных российских городов, встречался с представителями левых сил и участниками профсоюзного движения. Везде он призывал к одному и тому же – захвату власти. Основная сегодня задача – не выборы. Наша задача – осуществить революцию. А революция – это что? Захват с оружием в руках? Зачем с оружием? Мирными методами. Удальцов говорил открыто. В час икс люди должны выйти на площади и не уходить. Давление на площадях – это эффективный метод давления на власть. В сентябре еще тепло, можно и зимой постоять день-два, подавить на них, показать, вот мы есть, мы никуда не уйдем. Революция мирными методами невозможна. Одновременный захват площадей в крупных российских городах должен стать началом силового сценария. План действий уже разработан, его авторы находятся за рубежом, а Удальцов, судя по имеющимся у нас материалам, лишь один из его исполнителей. Это уникальное видео. На нем Сергей Удальцов со своими сторонниками из Левого фронта Константином Лебедевым, Юрием Аймалетдиновым и Леонидом Развозжаевым. Их собеседник Геви Таргамадзе.
председатель парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности. Человек с реальным опытом организации цветных переворотов в Грузии, на Украине и подготовки массовых беспорядков в Беларуси. Утечки компромата на Таргамадзе случались и раньше. Например, в 2006 году журналист Михаил Леонтьев опубликовал телефонные переговоры, где Таргамадзе обещал убить одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Меленкевича. Роль у него чудовищная, да, глобальная. Не все глобальные эти ребята. Но Киви Таргамадзе такой функционер, значит, парламентский. Судя по всему, эта запись была сделана в начале лета. Обсудив с Удальцовым последние новости из России, Таргамадзе переходит к делу и рассказывает о своем визите в Лондон и встречах с беглыми российскими олигархами, в частности, с бывшим директором Банка Москвы Андреем Бородиным. Была короткая встреча, но конкретная. То есть он сказал, что спасибо, что отозвались. Я хочу иметь под задницей эту возможность, чтобы, если что, если горит земля под ногами, податься к вам. По словам Таргамадзе, Бородин, в случае, если у него не получится осесть в Лондоне, готов переехать в Грузию. А может быть и вернуться в Россию, если в Кремле сменится власть. На поддержку оппозиции Бородин даст 50 миллионов и еще 150 соберет с друзей-олигархов. Я сказал, как вы думаете, вообще сколько нужно? Я сказал, что по всем нашим оценкам экспертным нужно 10 лимонов. Понятно, что это не от тебя уже... мы надеемся, что ты и сам можешь и поможешь фандрайзинге, подведешь людей. Давайте, давайте мне как-то уже счет или как-то, и, конечно, я тоже дам, и, конечно, людей тоже подтяну. Пока Юрий Лужков был у власти, его карманный банкир Андрей Бородин стал миллиардером. Если есть шанс вернуть прежние позиции, его надо использовать. Бородину, как и Березовскому, нужно вернуть бизнес или часть своего бизнеса хотя бы. Поэтому он готов финансировать ту часть оппозиции, которая ему бы это пообещала. В Лондоне Таргамадзе встречался и с обвиняемым в мошенничестве бывшим руководителем Конверсбанка Владимиром Антоновым. По словам Гиви, Антонов предложил использовать в интересах российской оппозиции боевиков-националистов, бывших баркашовцев, с которыми у Антонова до сих пор хорошие связи. Стоили 200 тысяч человек собрать, всех в одинаковых формах, с этими коловоротами, и зарплатить на Крым. Удальцов объединение с националистами одобряет. Единственное, о чем он просит, на первых порах не злоупотреблять нацистской символикой. Чтобы они там не доминировали полностью. Красно-коричневый опять вспомнил. Вот эти там и хотят дойти до конца, то есть... Последний момент им видится таким, что они все построены в фашистскую форму. Это правильно. Они в нацистской форме. Нацистская форма, ты вывел это сразу все. Ты такой козырь кинул. Все, вывел это. А вывел лучше. Переговоры о сотрудничестве Удальцова с националистами принесли результаты. Подтверждение тому митинг 15 сентября. Кроме того, известно, что летом в Лондон ездил лидер движения «Русские» Александр Белов-Поткин. Вернувшись в Москву, Поткин заключил договор о стратегическом партнерстве с профсоюзом «Труд и право». Ну, наша задача сегодня – поиск независимых профсоюзов, которые готовы отстаивать без оглядки на Кремль свои права. Казалось бы, что может быть общего у националистов с профсоюзными организациями? О чем они могли договориться? Нет, конкретных обязательств нет. Просто договор о взаимном сотрудничестве. Однако обязательства сторон в этом договоре все же прописаны. Вот этот документ. Движение Белова-Поткина «Русские» обещает оказывать профсоюзу финансовую помощь, а сотрудники профсоюза обязуются ходить на все мероприятия националистов. Марш миллионов 15 сентября был именно таким мероприятием. Откуда у Поткина деньги на финансирование профсоюзов и почему он решил этим заняться после своего визита в Лондон, можно только догадываться.
На встрече с Удальцовым Геви Таргамадзе просит его съездить в Лондон и встретиться с Березовским. Обещает сделать лидером Левого фронта британские и шенгенские визы, а если потребуется, и фальшивые паспорта для конспирации. Я говорю вам, чем будет. Но вообще надо бы. У нормального революционера должно быть много документов разных хороших. Когда речь идет о революции, все средства хороши. Геви Таргамадзе говорит Удальцову о неких чеченцах и о провокации, которую можно было бы подготовить с их помощью. Не исключено, что речь идет об организации теракта. Есть тоже хорошие контакты с чеченами. То есть одну какую-то хорошую провокацию, которая бы очень сейчас сыграла бы, конечно. Минские вещи все время есть. Немножко, если расширить, да, это же и Сербия, если уже, да, там на этой стоянке, там с этой стороны, там вторая ситуация, третья. Но если вот немножко калибр увеличить, это бы ввело, конечно, ситуацию. Можно посмотреть аккуратно. Понимаешь, что люди такие. Да, вот это оптимально попросить. Ну, вместе продумать, чтобы не сильно засвечиваться вот, в контактах. Постепенно Геви Таргамадзе переходит к конкретным указаниям, что Удальцов должен делать и когда. Революция в России должна начаться с захвата власти в отдельно взятом регионе, а именно в Калининграде. У нас есть одна такая дурная идея, немножко, ну, слишком, то есть такая, как сказать, авантюристическая, но все-таки тогда нравится. Если вот попытаться целиком там просто взять вас в Калининград, представь ситуацию тогда в чем? Они должны туда дополнительные части какие-то перебросить, да? А как? То есть это надо через территорию НАТО сделать. Нет, ну там лет назад. Все равно надо, ну, надо просить пространство, тогда они уже в конце, наверное, нарушат это пространство, и когда нарушат это... Нет, они это ничего не смогут сделать. Это Европа. И потом, понимаешь, просто можно сказать, что новая власть вот сидит вот здесь. Калининград – самый западный город России. Если удастся одновременно создать очаги напряжения еще в нескольких регионах, для действующей власти это будет реальной проблемой. Вообще, для меня идеалистическая идея – это делать совсем противоположных частях одновременно. Или Владивосток, и Калининград. Калининград, Москва, Владивосток и еще. Вот равные концы. Еще несколько крупных городов хотя бы, да. Логистическая катастрофа для него просто. Удальцов рекомендует начать подготовку с поездки в регионы и создание базы своих сторонников, готовых к активным действиям. Вскоре после этой встречи Удальцов действительно побывал в Калининграде, а также в Курске, Тамбове, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Барнауле и других городах. Встречался с местными оппозиционерами и участвовал в проведении так называемых летних лагерей. Именно об этом его просил Таргамадзе, обещая поставлять инструкторов для лагерей из Румынии и Литвы. Мы думаем, что если будет ресурс людей, пусть... Уже начнем, ну, как быстрее получится. И пусть работает и литовский, и румынский. И надо понять еще, что надо в самой России делать. Несколько лагерей, наверное, надо делать и там. И надо подобрать места, подобрать людей. В Румынии и Литве лагеря для подготовки революционеров существуют уже давно. Их создавали американцы для обучения молодежи теории протестной деятельности и тактики уличной борьбы. В данном случае суверенная, в полном смысле слова, Литва – это безопасная площадка для сбора любой оппозиции. Ну, как в свое время большевики ездили в Швейцарию, да, там, или в Великобританию. Так и здесь. Во-вторых, там легче осуществлять финансирование. Ну и в-третьих, там можно играть по своим правилам, то есть не по правилам российских национальных интересов, а по тем правилам, которые диктуют организаторы этого мероприятия. Все очень просто.
Молодежь из России в румынские и литовские лагеря ездит регулярно. Эта запись сделана летом у посольства Литвы. В очереди за получением визы активисты из Москвы, Ростова-на-Дону, Иваново и Рязани. А вот те же активисты уже в аэропорту Внуково перед вылетом в Литву. Тренинги для них организовали в пансионате «Аэродрим», расположенном недалеко от города Тракай. В качестве преподавателей пригласили специалистов по цветным революциям из Литвы, Сербии и Грузии. Разумеется, идет подготовка, быть может, и боевиков, которые будут готовы к жесткому клинчу с властью, с правоохранительными структурами, со спецслужбами. И самое главное, необходимо их мотивировать, подготовить и создать определенный фундамент психологической устойчивости. Удальцов поддержал идею проведения лагерей на территории России и сказал, что тренинги должны проводиться в условиях жесткой конспирации, и предложил привлекать в качестве руководителей спортсменов, мастеров боевых искусств. Например, чемпиона по боям без правил Павла Балаяндова. Они же любят, они же фетишируют, националисты часто вот на силу, на это все. Вот его, пожалуйста, ему там никто слово просит, всех из строя построил. Он готов публичные проводить тренировки силовые по самообороне. Будет 1000 человек у нас. Нет, ну если его сейчас подтянуть, вот в эти поездки, например, да. Вот там, помимо всего прочего, в Румынию, да, его куда-нибудь. Спортсмены у него все знакомые ребята, борцы все. Смешанное единоборство. Наши тоже почему? Юмельяне. Они, знаешь, почему хорошие. Он ненавидит. Все, идеально. С недавних пор Павел Балаянгов действительно стал принимать активное участие в акциях оппозиции. Например, вот Балаянгов в красной куртке конфликтует с милицией вместе с защитниками Химкинского леса. Опыт организации лагерей у Сергея Удальцова огромный. Он любит рассказывать, что его сторонники ведут здоровый и аскетичный образ жизни. Курение, излишнее употребление алкоголя, ну уж про наркотики мы вообще не говорим. Надо с этим бороться и личным примером. Это одна из вечеринок в удальцовском лагере Че Гевара. На столах оппозиционеров-маргиналов черная икра, виски и водка. А это организатор мероприятия, помощник Удальцова Денис Тихоцкий. Летом, во время проведения лагеря левых сил в Нижегородской области, пьяный Тихоцкий был ранен в голову выстрелом из пневматического пистолета. Потеря речи, чуть-чуть потеря слуха. Ну так, в общем, короче, не сильно. Лекарства какие-нибудь принимали? Нет. Водка? Нет, хорошо помогает. Несмотря на тяжелое состояние, от госпитализации Тихоцкий отказался наотрез в целях конспирации. Если я поеду в больницу, это официал, понимаешь? И тогда нужно будет официально писать. Маргиналы, готовые выйти на улицу с монтировками в руках, будут всегда. Задача Удальцова – собрать этих людей и направить их энергию в революционное русло. Это видео было сделано месяц назад в лагере левых сил в Волгоградской области. Кстати, вот контакты взяли, там кто-то, никто не пишет, я смотрю, оставьте. Обратите внимание, как настойчиво Сергей Удальцов просит молодежь оставлять номера своих телефонов. Они попадут в базу данных, создать которую Удальцову поручили грузинские специалисты по цветным революциям. Ну что еще хотим наладить? Мгновенную смс-рассылку по всей стране, если надо, что-то у нас, понимаете, вот там Москва. Революционная ситуация зреет на самом деле. Да, мы не то, что революция ради революции, она зреет. Смотрите далее. Кто такой Сергей Удальцов? Самостоятельный лидер или пешка в игре либералов? Он может остаться крайним. Кто курирует российский протест и кто в действительности им руководит? Никаких темных денег нет. Коммерческие тайны нашей оппозиции и уникальные материалы, проливающие на них свет. Впервые доказательства зарубежного финансирования и подготовки цветной революции в России. Сегодня только в нашей программе. Смотрите прямо сейчас. Зарубежные кураторы российской оппозиции прекрасно понимают, что либеральные идеи в России популярностью не пользуются. Реанимировать умирающий протест.
способны только радикальные действия. И на этом этапе особая роль отводится именно Сергею Удальцову. Ставка на Удальцова делается потому, что однажды в российской истории ставка на большевизм, на радикальное левое настроение, на апелляции к люмпен-электорату уже сыграла. Это произошло в октябре 1917 года. В технологическом смысле ставка это верная, потому что значительный электорат можно найти только слева. В том, что у Сергея Удальцова есть лидерские амбиции, сомневаться не приходится. На встрече с соратниками в Курске лидер Левого фронта признался, что готов возглавить даже КПРФ. Возникнет ситуация, люди скажут: товарищ Удальцов, мы тебе доверяем что-то там возглавить, если я буду морально готов, возглавлю. О том, что Удальцов метит на его место, Геннадий Зюганов пока не знает. По его мнению, сейчас Удальцова попросту используют как инструмент. Важно, Сергею, передайте, не вляпаться. Я ему уже несколько раз говорил, что его пассионарность довольно часто используется враждебными для России силы, и он может остаться крайним, когда его тюрягу загонят, а эти руки будут потрут и в худшем случае смоются за кордон. Впрочем, вряд ли Удальцов не понимает, что происходит. На одной из встреч с журналистами ему задали конкретный вопрос, кто стоит за протестными выступлениями в России. В ответ лишь общие слова. Говорить о том, что здесь стоит за этим протестом Запад, как во многом он стоял на Украине, это доподлинно известно, и той же Грузии, не приходится говорить. Поэтому и проводить параллели, что сейчас мы раскачаем лодку, а воспользуемся плодами Запад, невозможно, потому что Запад там не присутствует. Факт наличия спонсоров, тем более западных, Удальцов отвергает категорически. Кстати, то же самое делают и остальные лидеры российских протестов. Мы живем сегодня, вся оппозиция изнутри этого процесса. Никаких миллионов, никаких темных денег нет, самофинансирование. Нужно что-то организовать, люди скидываются. Никаких вот этих загадочных денег госдепа, израильской разведки, еще кого-то нету в природе. Я вам заверяю ответственно. Остается только удивляться, как нигде и никогда не работавшему Сергею Удальцову удается сводить концы с концами. Он участвует, значит, во всех вот этих вот оппозиционных региональных, скажем так, турах. Он пытается там, в регионах, поднимать людей. Это стоит денег. Ну, и между нами говоря, стоит денег вообще хоть как-то существовать. Откуда деньги? Сегодня, благодаря переданной нам видеозаписи, мы можем раскрыть эту болезненную для наших оппозиционеров тему. Некоторое время назад был разговор, что на осени, Это у нас стабильно есть. Уже есть. Да. Это есть. Нет, если разговор идет о нормальной организации, о перспективах политических серьезных, то, конечно, другие совсем деньги, да. Нет, ну я, чтобы нам понимать, то есть, то это сейчас вот решается. Это точно есть. Ну, пока не делаемся на это, сейчас будет ясно. Потому что сейчас у нас очередная задача, все, график выстраиваем, у меня суд проходит, начинаем ездить. 35 тысяч долларов США в месяц от грузинских кураторов на подготовку силовых акций – это только начало. Дальше – больше. Геви Таргамадзе ставит Удальцову конкретные задачи – привлекать на свою сторону сотрудников силовых структур и ветеранские организации, бывших афганцев, всех, кто может быть полезен в борьбе с полицией. И такие люди уже есть. Например, движение «За честную власть» и так называемая организация ветеранов ВДВ «Десант свободы». Ой, ты, Богородица, Путина прости, ты открой глаза ему, душу просвети. Группа «Поющие десантники» известна выступлениями на акциях оппозиции и молебном в защиту Пусси Райот. Накануне митинга 6 мая ее лидер Михаил Вестицкий заявил сторонникам о намерении захватить Манежную площадь и поставить там палаточный лагерь. Вот то самое место, Манежная площадь, куда компания «За честную власть» приглашает всех людей 6 мая выйти, разбить палаточный лагерь и больше не уходить.
На этих кадрах видно, как Вестицкий и его сторонники покупают тросовые замки для велосипедов, чтобы митингующие могли привязать себя друг к другу. Это тросы, да? Это тросы, которыми стягивают с карабинами. С карабинами, которые через брючный ремень 50 человек стягиваются и стоят, законтровываются на фонари, и стоят люди. Для чего нужен весь этот спортивный арсенал, Михаил Вестицкий объяснил в эфире грузинского пропагандистского телеканала «ПИК», созданного на американские деньги и вещающего на русском языке. Когда люди напротив в боевом порядке выстраиваются в цепи, связанные через брючные ремни, значит, железными тросами, что это достигается? Это ОМОНовцы, вот те самые 5 человек, не могут выдернуть ни одного человека и посадить автозак. 50 человек ты не затащишь в автозак. Значит, чем еще хороша манежка? Значит, вот эти водяные пушки, они полным напором не добивают до середины манежки. То есть это удобный плацдарм, там каждую палатку удобно на траве поставить, удобно ее закрепить к лавочкам, значит, к столбам и так далее. Мы рассчитывали на эту территорию после 19:00. А это интервью с Михаилом Вестицким, которое удалось записать нам. Оказывается, к подготовке беспорядков он отношения не имеет. Его цель – защищать граждан от полицейского произвола. Я обязан защитить вас, стоящую рядом со мной девушку, от любого человека, кто будет на вас нападать. Правильно же? Я это и собираюсь сделать. Еще одна идея Таргамадзе – привлечь к протесту представителей организованной преступности. Леонид Развожаев просит помочь ему установить контакт с лидером братской ОПГ, неким вором в законе по кличке Тюрик. С его помощью можно попытаться устроить диверсию на Транссибирской железной дороге. Если бы в Иркутской области что-то захотел, там было бы все. А Иркутская область, она перерезает полстраны. Там как бы железной дороги больше нету дальше. Да. То есть полстраны перерезается, отрезается еще сразу. То есть одна железнодорожная ветка. Да. По замыслу Таргамадзе, сотни уголовников, осужденных за мошенничество в начале 2000-х, в ближайшие годы должны выйти на свободу. Подключив их к борьбе, используя их связи в криминальном мире, можно было бы устраивать бунты в колониях и проводить вооруженные акции. Уголовная среда имеет очень серьезный опыт подпольной работы. Уголовная среда имеет разветвленную сеть боевиков в регионах. Уголовная среда имеет большую сеть финансовых подпитки, возможностей. Соответственно, для протестного движения уголовники нужны, как и для любых революционеров, как это было в 17 году, как некая тоже движущая сила революции. То есть те люди, которые могут с оружием в руках идеологически мотивированы против МВД, против власти, они враги системы. И, соответственно, эти люди необходимы как воздух. Связи с криминалитетом грузинский парламентарий предлагает устанавливать через своего помощника Мамуку Размадзе. И с помощью российских оппозиционеров-правозащитников Льва Пономарева и Ольги Романовой, муж которой, кстати, сейчас отбывает срок в Ивановской колонии. Нам объявили, что стоимость нашего УДО 3 миллиона рублей. Так как мы не собирались их платить, вот результат. Если мы не заплатили ивановскому криминалитету, значит, мы не заплатили ивановским судьям. 4 сентября правозащитница Романова приехала в Ивановскую колонию на заседание комиссии по досрочному освобождению ее мужа Алексея Козлова. В освобождении ему отказали. В итоге журналистка в фильме Алексея Пивоварова «Срок» рассказала, как местные правозащитники и судьи потребовали у нее взятку 3 миллиона рублей. Чтобы ему нормально просидеть, чтобы его нарушения не вешали, и выйти пораньше из мест лишения свободы. По словам руководителя Ивановского благотворительного фонда «Забота» Николая Лопатина, никаких взяток за помощь в деле Козлова он не вымогал. 3 миллиона Козлов пообещал ему сам. А потом Лопатин просто предложил оформить деньги как пожертвование на ремонт детского дома. Речь о деньгах шла? Нет. Как не шла? Нет, не шла. Вы смету составляли, разве не так? Смет, но о деньгах шла, нет, речь не шла. По одной из версий, Романова заплатить деньги за освобождение мужа согласилась. Даже привезла всю сумму с собой в Иваново.
Однако в последний момент в дело вмешались компетентные органы, и сделка не состоялась. Впрочем, об этом нам никто не расскажет. Никто не расскажет нам и о том, каким образом муж Романовой устроился в колонии на блатное место библиотекаря. Была взятка или нет, теперь не докажешь. Однако Лопатин с такими партнерами, как Романова, больше никаких дел иметь не желает. Провокация это. Это самая настоящая провокация. Честь стороны Сольги. Описанный случай лишний раз доказывает, что досрочное освобождение уголовников – бизнес, который хорошо кормит некоторых правозащитников и судей. Кстати, Романова не отрицает, что за освобождение уголовников приходится давать деньги. Вот только взятками она это почему-то не считает. Когда судья или прокурор или следователь все бросает, приходит на сторону народа или начинает судить по-человечески, естественно, он лишается работы, квартиры и так далее, и так далее, и так далее, мы должны ему помочь. Какая разница, дают квартиру на народные деньги, и это народные деньги. Просто мы их по-другому распределяем. Так или иначе, связи в уголовной среде у оппозиционных правозащитников уже налажены. Осталось только ими воспользоваться. Именно об этом говорил Удальцову Гиви Таргамадзе. Говорил он и о своей работе по установлению связи с представителями так называемой творческой интеллигенции России. Кстати, из-за интеллигенции Бородина надеется на выкол еще. Нет, наш целиком. Ну, просто... Я не делюсь, что он не такой, да, ну, в каких-то кругах его статьи хорошие работают. Да, их надо, команда. Дмитрий Быков. Известный писатель, радиоведущий. Антошка, по всей видимости, Антон Носик. Медиадиректор компании «СУП», владеющий русскоязычным сегментом «Живого журнала». Если посмотреть на географию поездок оппозиционных журналистов, блогеров и политиков, складывается впечатление, что Грузия у них – любимое место отдыха. Только за последние полгода там побывали Рустем Адагамов, Михаил Козырев, Алексей Венедиктов, Матвей Гонопольский, Владимир Варфоломеев, Евгений Альбац, Илья Пономарев и многие другие. Ксения Собчак в Грузии вообще как дома – ведет на грузинском телеканале собственное шоу. Мы, например, привозили даже в Грузию региональные СМИ российские. С кем-то больше получается, с кем-то меньше. Вот это умеет, например, сделать. Саакашвили сделает все, чтобы насолить Путину, Медведеву, российской власти. И, кроме того, я думаю, наши оппозиционеры любят ездить в те места, где пользуются полным гостеприимством. То, что Саакашвили предоставляет им полное гостеприимство, сомневаться не стоит. Побывав в солнечной Грузии, журналисты начинают публиковать хвалебные материалы о достижениях революции РОС. В частности, блогер Адагамов посвятил большой материал Голданской тюрьме номер 8. По иронии судьбы, именно эта образцово-показательная тюрьма оказалась недавно в центре скандала, после того, как в прессу попало видео издевательств надзирателей над заключенными. В результате на улицы грузинских городов вышли тысячи возмущенных людей. Грузинский народ тоже все трезвеет, трезвеет, и вот эти протесты против пыток в тюрьмах Грузии, вот, ну, они дают, как бы, вот, объективную характеристику власти грузинской. Вот еще один любопытный эпизод из беседы Удальцова со своим грузинским куратором Таргамадзе. Обсуждая марш миллионов 12 июня, лидер Левого фронта решил покритиковать Гарри Каспарова. Они испугались, скажу честно, они все испугались. Они немножко штаны намочили, как говорится. Гарри вообще исчез куда-то, его не было. Гарри, знаешь, Гарри что? Гарри в плане общей поддержки абсолютно в этом направлении, все, но у него настолько свои дети раскрыты.
подписаны командировки, это что? Он не может играть какую-то там усиливающую роль. То есть, он в одежде, когда надо, когда будет, а когда нет, не будет, но не будет. Обратите внимание, Гиви четко дает понять Удальцову, что Гарри Каспаров делает то, что нужно, выполняет свою задачу. Гарри Каспаров находится на самой высокой иерархии нашей оппозиции, потому что Гарри Каспаров – это тот человек, который может войти в любые кабинеты в Соединенных Штатах Америки, потому что он гражданин США. Во-вторых, ну кто будет с Удальцовым разговаривать? Сорос будет с Удальцовым разговаривать? Или как, вице-президент будет разговаривать с Удальцовым? С Немцовым-то не всегда разговаривают, а с Каспаровым, так как он чемпион мира, так как он является, входит в мировую элиту, с ним будут разговаривать. Соответственно, я думаю, что ведет переговоры лоббистские и финансовые, и это именно Каспаров. 27 августа Каспаров, компании Немцова, Яшина, Анастасии Удальцовой и депутата Гудкова-младшего вылетели в Таллин. Цель поездки – встреча с депутатом Европарламента Кристиной Ойланд. А главная тема – подготовка к выборам в Координационный совет российской оппозиции. Кроме того, российские политики встретились с сотрудниками так называемого Балтийского центра. По некоторым данным, эта организация работает под контролем посольства США в Эстонии и занимается сбором разведывательной информации о России. Некоторые лидеры российской оппозиции являются агентурой, да, некоторых посольств на территории Российской Федерации. Это очевидный факт. Они, в общем-то, даже, я говорю, они уже даже и не скрывают это. Вот. И считают, что, в принципе, это нормально. Даже Чирикова та же. Она заявила о том, что нужно брать деньги американцев на борьбу с этим режимом. Типа, и она в этом ничего плохого не видит. Эта съемка была сделана 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов. В московском офисе Бориса Немцова встречают американских конгрессменов и сотрудников посольства США. Факт переговоров широко не афишировался. Более того, в конце вечера хозяин офиса вышел через черный ход и попытался от прессы сбежать. Борис Ефимович! Убежать от нас? Нет, а что от вас бежать-то? Нет, у меня там встреча была просто. Да, расскажите, да. Как прошла? Отлично встреча. Прошла. 8 конгрессменов, поговорили. Это заместитель советника-посланника по политическим вопросам американского посольства Говард Соломон. Что обсуждали? Буквально в двух словах. Мистер Соломон, are you satisfied with conversation? Появлению журналистов он был не рад и долго делал вид, что по-русски не понимает. Наша делегация, они попросили разные встречи. Ну почему так, такой закрытый формат встречи? Это обыкновенно. Вообще любая делегация, это не открытая встреча. Тайну переговоров с американской делегацией оппозиционный российский политик намерен защищать даже с помощью кулаков. Слушай, ну что ты хочешь? Погоди, что ли? В беседах с Удальцовым Геви Таргамадзе упоминал многих видных деятелей оппозиции и, в частности, Бориса Березовского. Кстати, 2 месяца назад в прессе Борис Абрамович заявил, что придумал схему обхода закона об НКО, и теперь ничто не мешает ему продолжить спонсировать нужных людей в России. По словам грузинского парламентария, к Березовскому ездила и Ксения Собчак, и депутат Илья Пономарев. По утверждению Таргамадзе, у Пономарева с Березовским наладились финансовые отношения. С этим не очень понятно, как его, с Пономаревым. У меня был контакт, прямо скажу, что его Береза доставал, и тогда мы с ним встречались. Что у него деньги должны быть.
Далее в программе. С кем оппозиция согласовывает свои протестные акции? Есть колокольня Ивана Великого. Понятно. И это будет очень красиво. Захват колокольни Ивана Великого и что-нибудь ко дню рождения Путина 7 октября. У него юбилей 7 этого октября. Эффектное. Как Удальцов отрабатывает свои 35 тысяч долларов в месяц? И как отчитывается перед грузинскими спонсорами за сделанную работу? Мы не уйдем! Как зарубежные кураторы диктуют лидерам протеста содержание выступлений на московских митингах? Уникальные записи, сделанные во время мероприятий, до и после. Сегодня только в нашей программе. Походы к американскому послу, визиты к Березовскому и встречи с грузинскими организаторами цветных революций не мешают нашим оппозиционерам заявлять о своей независимости и самостоятельности в принятии решений. Но если с Каспаровым и Немцовым уже давно все было понятно, то Удальцова до сих пор в связях с Западом никто не подозревал. 35 тысяч долларов в месяц от грузинских кураторов – это действительно новость. Впрочем, это еще не все. Как известно, Удальцов начинал свою карьеру в Ампиловской трудовой России. Вскоре ему стало там тесно, и он выбрал свой собственный путь. Середнюс никогда не подчинялся дисциплине организации. Мы подадим заявку, да, на шествие, манифестацию. Но я подписываюсь, что в рамках закона, что это будет мирное шествие, да. Значит, надо всем сообща отвечать за это. Ну, а там начинается то прорыв к памятнику Жукова. Давайте, прорвемся, молодежь. А молодежи, конечно, хочется прорваться. Сейчас Удальцов гордится самостоятельностью своего левого фронта и считает это главным своим конкурентным преимуществом. Мы сами определяем линию этого протеста, требования определяем. И это качественная иная ситуация. Но так ли это на самом деле? Это запись телефонного разговора между Гиви Таргамадзе и помощником Удальцова Константином Лебедевым. Судя по всему, разговор состоялся 15 сентября, в самый разгар митинга на проспекте Сахарова. Но сейчас он пока еще не выступает. Сейчас. Он там музыка пока играет. Да, там пока играет музыка. Сейчас я еще с ним еще раз свяжусь. То есть что ему конкретно сказать? Еще раз повторение точно. Ну вот, да. А, ну что, вот, встречаемся с регионом, Хорошо, сейчас, давай. Там их разъясняют, и мы их идут в ближайшее. Да, я сейчас. Гиви понимает, что митинг получается вялый. И тогда он в ультимативной форме требует от Удальцова попросить народ не расходиться и, кроме того, назначить следующий митинг как можно раньше и обязательно объявить об этом со сцены. В противном случае Таргамадзе грозится прекратить финансирование. Если вы против, это моя тоже просьба, потому что через 2 недели, ну, нам надо. Вам тоже же надо, чтобы мы были дальше. Поэтому... Там тоже надо. Ну. Перед уходом, я думаю, если он скажет, это будет хорошо. Ну да, я понял. И вот результат. Удальцов делает свое заявление. И в связи с этим следующее предложение. Следующую акцию, следующий наш марш. Крупную мобилизацию всех наших сил провести 20 октября. 20 октября. Кто за то, чтобы вновь выйти на улицы Москвы и всей России. Кто за? Против? Нет? Тогда договорились, а сегодня я напомню, наша вещь продолжается. Мы не уйдем! Эта инициатива Удальцова для его соратников по борьбе стала неприятным сюрпризом. Илья Яшин обиженно комментировал в Твиттере. Удальцов объявил дату следующего марша, ни с кем не согласовав. С ним бывает. Дату мы назначим на ближайшем оргкомитете и объявим решение. Мы не уйдем! Впрочем, удивляться тут нечему. Кто платит, тот и заказывает музыку. Через несколько дней после митинга.
с по скайпу для согласования дальнейших действий якобы независимого лидера левых сил. Удальцов отчитывался, оправдывался за провальный митинг и во всем винил либералов. Таргамадзе потребовал брать инициативу в свои руки и до выборов в Грузии организовать несколько громких акций в Москве. Сначала Удальцов предложил забраться с антипутинскими лозунгами на колокольню Ивана Великого в Кремле. Прямо в самом центре Москвы, в Кремле, скажу прямо, в Кремле, есть колокольня Ивана Великого. И на нее люди попадут, ну и мы знаем, как все это сделать. Окей, понятно. И это будет очень красиво. А потом попросил совета, чего бы такого устроить 7 октября на день рождения Путина. Потом надо будет подумать, естественно, у него юбилей 7 этого октября. Какой-то крупный марш тут мы не успеем подготовить. Это не получится. А сделать что-то такое... Эффектное что-то надо. Да, эффектное, вот, тоже. И у вас идеи будут тоже. Будут. Под конец разговора соратники Удальцова стали просить у Гиви деньги. Чем больше, тем лучше. Нам сейчас нужно будет очень довольно большой еще ресурс на поездки, да, обязательно просто. Поэтому надо просто кататься. К шахтерам надо съездить. Может ли политик быть по-настоящему независимым? Возможно, нет. Но быть разборчивым в выборе источников финансирования он обязан. В том, что наша оппозиция спонсируется из-за рубежа, во многом виновато и государство, которое до последнего времени закрывало глаза на эту ситуацию, и общество, которое считало приемлемым такое положение вещей. В Америке это было бы пресечено сразу же, это было бы пресечено как на уровне государственных органов, так и на уровне общественного мнения. Это сразу же бы попало под закон Фара, так называемый, который ограничивает подобное вмешательство иностранное в дела США. Недавно было объявлено, что в России будет запрещена деятельность американской неправительственной организации USAID. По мнению экспертов, именно через эту структуру шел основной поток финансирования российской оппозиции. Произошло по сути своей, да, по факту, вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Эта чаша была переполнена, и Россия приняла адекватные меры. Предотвращать угрозы вмешательства во внутренние дела страны и попытки захвата власти не только право, но и обязанность государства. Если закон не позволяет это делать, ситуацию нужно менять. Франция, Италия, Испания, которые имеют большой опыт, да, проведения соответствующих массовых мероприятий, и они вносят те или иные изменения в действующее законодательство, но они прежде всего направлены на то, чтобы работать на упреждение. То есть, чтобы не допустить массовые беспорядки. И если власть имеет такую информацию, то она, соответственно, по своему усмотрению может вообще запретить проведение таких мероприятий во избежание конфликтов. Тот факт, что на митинг 15 сентября были приглашены националисты, и произошло это по инициативе зарубежных кураторов нашей оппозиции, говорит о многом. И прежде всего о том, что протест в России, который изначально заявлялся как мирный, теперь планируется направить по самому жесткому силовому сценарию. Заигрывание с Удальцовым и националистами – дурной знак. На самом деле фашизм есть продолжение капитализма. И наиболее радикальные круги в Соединенных Штатах отнюдь не против привода к власти фашистующих элементов в России. Это, пожалуй, единственная возможность для Соединенных Штатов нанести открытый военный удар по России, обвинив Россию в фашистской политике, в риске захвата фашистской России соседних территорий. И это действительно будет катастрофическим сценарием. Сценарий цветной революции в России не миф. Он действительно существует. И материалы, которые мы сегодня показали, это доказывают. Если фигуранты видеозаписи захотят обвинить нас в публикации фальшивки, мы можем обнародовать полную версию без купюр. Впрочем, что-то нам подсказывает, что желающих подвергнуть сомнению подлинность этих материалов не найдется.
Нам сложно судить, наговорил ли Удальцов на встречах с грузинскими кураторами себе на уголовное дело и есть ли в его действиях признаки государственной измены. Надеемся, что надлежащую правовую оценку дадут компетентные органы.